Очистные сооружения «Верхний Посад» в Звенигороде продолжают модернизировать. На сегодняшний день здесь работает новая система аэрации, поэтому значительно улучшилось качество воды на водопуске. Ход текущего ремонта на объекте обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета. Мы сейчас с вами из глобального занимаемся вторым аэротенком. И судя по тем фотографиям по сбросу воды уже в Москва-реку, по качеству воды, которую мы сбрасываем, те работы, которые провели на первом аэротенке, дают уже свой значительный результат. Уверен, что и после уже нормального запуска второго аэротенка у нас должны все проблемы с резким запахом на самих очистных и по качеству воды, которую мы сбрасываем в Москва-реку, все эти проблемы должны уйти уже в прошлое. Для очистных сооружений закупили систему туманообразования, которая нейтрализует неприятный запах. Кроме того, на объекте продолжают дозировать микроорганизмы, чтобы в трубах, которые проходят по городу, провести очистку. Еще одна задача – контроль местных предприятий, отметил замглавы окружной администрации Михаил Каратаев. Сейчас мы как раз в том числе ведем контроль за всеми предприятиями, которые есть на территории Звенигорода, с целью недопущения стоков, которые превышают по отдельным элементам ПДК во много раз, для того, чтобы обеспечить качество работы уже обновленного рынка. Работы на очистных сооружениях остаются на личном контроле главы округа Андрея Иванова. В дальнейшем Верхний Посад планируют включить в проект по реконструкции и оздоровлению Волги. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова».